Всем привет! С вами ворчащая Зибука, Beasts of Bermuda и рубрика Maximum Carnage. И сейчас мы будем тестировать драку между мегарапторами и Сайченией. Тут мне чисто интересен момент посмотреть, как будет работать возврат урона непосредственно с режущей, кромсающей атакой мегараптора. Так что готовимся. Будет интересно посмотреть. Ну, теперь им придется на меня нападать. Мне-то особого смысла нету за ними гоняться, на них кидаться. Я запарюсь так делать. Главное попробовать вовремя прожать F. Эть, не вовремя. Сейчас будет атака. Так, ну как видим, один удар, и он уже присел. Мне по-хорошему нужно вставать, гонять его, чтобы он не лечился, но учитывая скорость сечени, это не то. Так. Так, интересно, сколько? Кажется, кому-то сломали ногу. А, успею ли я догнать? Ух ты! Да, это куда проще, чем мега, честно. Или акро, чем. Но... Что у нас? Ну да, конечно, на камушки позалазили и сидят. Я тоже прыгать могу. Надо было, короче, сразу их хвостом мутузить и все. Сразу ломаются хрупкие. Да, быстро ломаются. Быстро у них косточки поломались. Другими потяжелее было. Ну вот. В общем, практика показывает, что Сайченья, в принципе, довольно неплохо держится против этих товарищей. Они особо урона не вносят, но, опять же, нужно слишком много всего качать. То есть, рост 1-2 это не спасение. Потому что это Сайченья у меня вон здоровая, 1.5, и они-то тоже не маленькие, там уже 1.6 давно. Ну ты смотри какой. Это... Ну и опять же стоит отметить, что эти рапторы-то растут быстрее, чем Сайченья. Но Сайченья, если вырастет, то да, она в принципе их может не бояться. Они ничего
толкового не сделают, по сути дела. Огребутся и разбегутся, что мы с вами, собственно, и увидели. Точно попробую тропиогнатуса. Будет ржачно. Итак. Сейчас полечу, им устрою веселуху на тропиогнатусе. Честно, я на нем ни разу прям так, ну, чтоб не играла очень долго, чтоб прям вот засесть. Мне как-то больше птеродактиль ближе, поэтому я очень-очень жду его. Реворка. Так, о боже, надеюсь. В моем случае мой главный противник — это тормоза и пинг. Это прям вообще. Так, где эти жопки? Вон они. А! Нету. Нету сайки. Ну вот, человек ушел в АФК. Так не вовремя. Так не вовремя, все. Пока попью водички. Оу, больно. Я вообще-то пошел пить водички. Так нечестно. Где мой нагибатор небес? Вперед. Ой. Давай, взлетай. О боже, какой он медленный, ужас. Ужас. Ой, блин, я еще в джунгли. Блин, а, не, я в принципе рядом, ага. Да, мне еще кто-то говорил, какие они страшные. Ну, может, в умелых руках он действительно страшный. Но я пошла пить водичку. Кстати, надо держаться водички. Ой, боже, я сломал кости. Я сломал кости. А вот так вот, а вот так вот, а вот так вот, а вот. Не достанете меня. Кусай их, кусай. Ну, это уже просто подурковать. Конечно, летунами против таких товарищей драться — это... Ян, то глупо. Так. Вот это было интересно. Ну, правда, на суше. А теперь попробуем их та на вкус. Так, это было больно. Аж зарычал.
Аж зарычал парень. А чё ты присел? Давай там эпку свою жми. А, муторный противник, вот что-что, он очень противный противник. Он легко может уйти и легко может подобраться. Это очень... тормоза. Это прям вообще очень-очень... Да? Долбаные тормоза запарили. Плюс у них блит. Вот я бы блит убрала, чтоб они не мудили противника. Но стамины нету. То есть этого. Ability power. Бежать я могу, буду бегать, умру. Все. Экстремальный стресс. Короче, жесть. Не знаю, толстобрючиком попробовать, но он у меня маленький. Хватит ему дури. Мне надо просто проверить урон. Урона. У него, у моего толстобрючка, у него этот, как его, толстокожий в 5. В принципе, хорошо сдержала. Ну да, 100 лет бить будете, это точно. Ну, в общем, я придерживаюсь мнения, что да, рапторы это хрустальные пушки, очень противные противники, потому что они могут легко подобраться, могут легко отступить. И за счет этого они могут просто, ну, замудить вас и убить, потому что есть кровотечение, и все. Кровотечение это их основное оружие. Если убрать кровотечение, то мне кажется, тогда они уже не будут такими опасными. Что вы там орёте? Ну, ок. Дерёмся так дерёмся. Дерёмся так дерёмся. Вот, один удар и все. Толстобрючик, в принципе, выдерживает, но подозреваю, что его блит будет доводить. Угу. Получил мегараптор по попке. Эх, тяжко, тяжко, толстый, тяжело. Вот Ковыло, это по мне вообще самый имбовый Динос, потому что он может крутиться на месте, может легко пойти в атаку и в защиту. Плюс, блин, родной дефенс с приемом урона на лицо.
Так, куда там Рюджи убежал? Там сегодня у меня Рюджи и Тайга меня мутузят весь день. Мутузят. А, бежит, бежит, бежит. Сейчас я вот сделаю так. Опача! Три урона! А я возьму, встану вот так вот у камушка и все. Это ваш РБ. Ну, я думаю, на этом наша максимальная резня и заканчивается. Толстобрючик просто всех наказал. Из-за своего толстокожего. В плюс 5. Плюс у него лечение тоже у меня получилось выбить на 5. Но, блин, из-за кровотечения я не могу толком проверить, насколько хорошо он лечится. Где урон? Съели урон, все, нету. Съели урон, нету. Хочу пихнуть. Да я посмотреть хочу. Сейчас тебя пихну. Как пихну, когда бегу. Уф, уф, сейчас у меня сердце остановится от моего избыточного веса. Консдуяру. Ай, понятно. В общем... Я переживала, что толстокожий не будет работать, даже с плюсом, потому что, когда я дралась с тираннозавром, довольно-таки крупным, против этих рапторов, они мне все равно наносили очень сильный урон. Поэтому я уже начала думать, что, ну, толстокожий не работает, но, как выясняется, все работает. В общем, ребят, на этом все. Посмотрели, подурковали, поржали. Я, конечно, не боец, не профессионал. Учусь. Так что всем спасибо за внимание. Надеюсь, может быть, кто-то что-то для себя подчеркнул. Так, ну это уж совсем наглёшь. В общем, я, кстати, хотела из него сделать непробиваемую крепость, но я не думала, что это прям настолько будет. Ай, просто смешно. Ладно, ребятки, давайте, всем пока. Всем всего хорошего. И не болейте. Да ты смотри какой.